как прокатил среднюю зону, так доехал. И более того, ему дали бросить. Ли и опять выходит спокойно из единоборства. Бросок. 4-1. Тут все более-менее. И вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Павел Медведев забрасывает свою шайбу. Ну, порадуемся за Медведева. Очень, на самом деле. Да. Заслужил он своим интервью эту шайбу. Это, ну, опять о чем говорили. Вот что происходит в русском «Динамо»? Если первые два периода плотность, прям по оборотам, большая плотность, каждый знает, что делать, то в третьем периоде так что уже непонятно. Но и Медведев здесь хорошо попал как раз под близ.